Да. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Да, я вас слушаю. У меня некоторая ситуация получилась. Я правильно обратился? Анна.гадание.ру. Да. Я в последнее время очень много денег проиграл в казино. Вообще не везет. Да, Там понятно. уже все плохо. У вас есть услуга, которая поможет хоть как-то мне карму поправить, Как чтобы... так зовут? Эдуард. Я работаю с такими случаями, как у вас. Что для этого нужно? Если у вас сейчас неудача, то есть нужна фортуна, удача, финансовую чакру открыть, может быть, она закрыта у вас. Мне кажется, чакра. Отправляйте на WhatsApp фотографии даты рождения, я вас рассматриваю. Сплачиваете гадания 500 рублей. В течение 30 минут я вам напишу, вы мне перезвоните. Я сначала проведу диагностику. Есть много обрядов. Я должна посмотреть, какой именно вам подойдет. Я очень надеюсь, что вы мне поможете. А можете Очень мне, хорошо. пожалуйста, написать в WhatsApp? Я из-за волнения уже потерял вообще понимание, как пользоваться телефоном. Анна, а через сколько я смогу снова поставить ставку? Это возможно в течение часа? Пока ничего не ставьте, Эдуард, подождите. Раз у вас неведение идет, значит, вам нужно сначала посмотреть, а потом уже решить, что, чего и как. Блин, кого можно отправить? Где? Руфайра, может быть? Давай Руфайра. Да. У него не везение, он два финала проиграл. Да, хорошо. И сейчас третий будет. Сейчас мы поможем, куда вода попадет. Вот, это смотри, это булка. Извини, Рупа. О, все, она прочитала. А какого он года рождения? 95-й. Отправляйте фото без очков. Да он шутит, что ли? Почему в очках только? Да что это так? А, во. Есть. Да. Вау, да. И там есть что-то? У вас сейчас идут сбои в финансовом плане и неудачи. Хорошо, осматриваю. Что это такое? А зайди на халтаву, посмотри, как короче у Руфайра идет. Сейчас представь, начнется, киллы будут делать. 4-1 ведет пока. Алло. Я посмотрел на воск. Это страшно. То есть, все-таки есть, за что? Карма, то есть кто-то. Что там? Все плохо, то есть не только чакра финансовая закрыта, на вас есть негативное воздействие, которое удачи у вас идут не только в плане выигрыша, а в плане жизни, в плане общения, в плане работы, там, спорта, можно сказать, все на нервах. Есть такое? Да, прям в точку, что ли. Анна, да. Вы можете это исправить? Да, я могу это исправить. Отчитать воск и сделать несколько выливания воска. Я просто... У меня такая сейчас ситуация. Сайт, где я ставлю ставки, он закроется уже совсем скоро. Можете ли вы со мной сейчас посидеть, и я попробую поставить ставку? Может быть, именно сейчас им повезет, если вы сможете что-то сделать с воском. Смотрите, если я вам сейчас пообещаю, как бы я не могу говорить вам 100% гарантии. Вот мне нужно сейчас поставить ставку. Она отыгрывается, то есть там у меня как монетка в руке, то есть, ну, красно-черно. Мне нужно отгадывать. Может быть, вы мне поможете? Каждая ставка по 8 тысяч рублей. Может быть, вы можете что-то с воском, может быть, поджечь его? Хватит на 3 дня. О, хорошо. Вот давайте начнем сейчас. Хорошо, я вам сейчас номер карты скину, тогда скидывайте туда 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей? Чтобы я зажгла эту свечу. У меня сейчас все деньги на сайте. Анна, можете просто молитву зачитать? Хорошо, я почитаю. Поставьте на красную попробую. Потом перезвоните. Вы должны сказать две цифры. 1-7, 3-4, то есть до 7 две цифры. От вас решение это будет самое правильное. 1-7. Один... Ой, до 5, извиняюсь. Это уже все, я вам сказала, думайте сами. Все, готово. 1-7 вы сказали. Сейчас сделаю 1-7. Да. Так, пробую 1-7. Фак. Да. Если сейчас падает ножик, я не знаю, что будет. Она сказала красная, сейчас ставь на красное. Фак. 10 тысяч рублей на карту. Подожди, она что-то сделала с воском нашим? Сколько это стоит? Но что это такое? 100 баксов. Да все равно. Красно, говорит, ставь на красное. Как ты думаешь, она реально типа новый воск там взяла, что-то с ним сделала или уже фотку? Дай фотку какую-то. Ну, чувак, мы сейчас 100 баксов заработали. Позвони, скажи мне, я выиграл. Анна, я вас обожаю. Чего?
Я вас обожаю. У меня залетела ставка. Выиграл. 18 тысяч рублей. Ну, короче, мне нужно еще вернуть около 40 тысяч рублей. Когда я с вами был в диалоге, у меня как будто уверенность появилась в себе. Пожалуйста, можете не уходить пока. 5 тысяч. Сейчас я скидываю сейчас вам деньги. Еще можете говорить цифры до 15? Две цифры до 15. 4 и 7, да? Ага, делаю. Крутится и... Анна, это было близко. 1 до 14 сейчас. До 14 назови. Так, а как я оплачу, если я проигрываю? Анна, назовите до 14 еще две цифры. 6. Так, крутится. Анна, возможно, сейчас будет что-то. Анна, прогорели еще раз. Давайте еще раз, уже до 13. Все, последнее, правда последнее. Две цифры последние. Блин. Ну, короче, она сколько? Потратили на звонок 500 рублей 15, а в итоге получили 100 баксов. А еще 500 рублей она попросила за воск. Да. Нормально. То есть фиксируем прибыль. А, да, извиняюсь, то, что такой поздний звонок, но у меня очень серьезная ситуация, и я не знаю, к кому обратиться. Я не знаю, что случилось в моей жизни. Последние 2 месяца, вот как только начался этот коронавирус, я замечаю, как будто кто-то меня проклял. Я азартный, зависимый лудоман. И в последнее время я просто проигрываю любую ставку, как будто кто-то меня проклял. Я не знаю, что делать. Вот я прямо сейчас на этом сайте, вот где ставлю. Я могу, не знаю, можете вы со мной сейчас посидеть, может быть, с вашей аурой сможем что-то сделать. Я так прогорел уже на огромную сумму, просто на огромную. Чтобы выиграть на этом сайте, нужно назвать 2 цифры до 8. Я уже все прогорел, я вас больше верю. 1, 5. Пошла рулетка. Так, все, всего хорошего. Возьмите до завтра. Стойте. Пожалуйста, еще 2 цифры, пожалуйста. Еще 2 цифры, и все. До 7. Я выиграл 100 тысяч рублей только что. Фак, блин, я хотел ее удержать, ладно. Нож. Я тебя возвращаю. Не остановитесь, мой. Я тебя позвал как экстрасенса, получается. Экстрасенс надо. Чувак, что это-то? 157 долларов. В принципе, вау. Нормально. Да не, больше не выпадет. Не выпадет? Нет, я не чувствую нож. Он трековский, он дорогой. Наверное. 35 долларов. Чувак, и сейчас нужен нам финальный чел, который я просто скажу, поверь в меня, сильно, что-то сделай со мной. Да, здравствуйте, нашел вас на сайте, друзья посоветовали, я обратился правильно? Екатерина, вы? Да. У меня ситуация такая, очень сложная, может быть, она часто повторяется у всех. У меня проблемы с азартом, у меня зависимость, я лудоман. Вы играете, правильно вас понимаю? Да, я играю и проиграл за последнее время около 400 тысяч рублей. Что мне надо сделать, чтобы пошла бы белая полоса в моей жизни? Я уже устал. Как вас зовут? Эдуард. Что я могу вам посоветовать? От этого я не лечу. Сами понимаете, вы сейчас говорите, что вы очень много денег уже проиграли. Вы должны сами себя мысленно это как-то подгонять к этому и останавливать. Хорошо, я обещаю, это мои последние ставки будут. Можете, вот я сейчас на сайте, можете, пожалуйста, просто называть мне 2 цифры до 7? Нет, я этим не занимаюсь. 2 цифры до 7, пожалуйста, 2 цифры до 7. Так любую ставьте 5. 5 и сколько? Ставьте 5. И? И ставьте 3. Хорошо, пробую. Крутится. Сами. Крутится, сейчас посмотрим. И вы в рулетку играете? Да, в рулетку играем. Прогорело, давайте еще раз, до 6 уже. Я в это просто не играю. Да, нормально. Мне все хорошо. Скажите еще цифры. Я уверен, что ваша вор поможет. Ну, 6 и 4. Крутится мимо. Так, давайте до 5 сейчас. 5 ходов осталось, давайте попробуем до 5. 1 и... 3. Рулетка. Ура. Да, и каждая игра это деньги, и я опять прогорел. Так, 1-4. Короче, останавливайтесь. 4 хода осталось. У меня уже и так куплены эти билеты. Нужно доиграть. 3-4, сейчас попробую. Мимо. Ай, как же обидно. До 3. 2-3. 2-3? Да, сейчас вы восстановите свои проигрыши. Все, и сейчас до 2. Как сделать? 1-2, 2-1. Ну, давайте 1-1. Так, мимо, и последний ход у нас остался.
сами ставьте, уже вы со мной очень много денег проиграли. Да, все, я проиграл. Все, с вас 50 тысяч рублей, можете скинуть на карту? Да, давайте номер карты. Ладно, спасибо большое. Удачи. Блин, вот она. Она прям очень, да, она хороша, да. Ребят, ну ролик забавный получился. Ну типа, это такой рофл. Я давно хотел вот записать. Я хотел записать это в жизни, позвать кого-то на дом, но... Ну, позвал меня. Да, я позвал Лаункера, он получше экстрасенс. Но звать на дом, я подумал, что это опасно, потому что всякое возможно. Тем более, когда он видит камеру, он испугается. Короче, будет неправильно. Поэтому сейчас самое правильное это было позвонить. И ролик получился уже. Всем большое спасибо, кто смотрел. Мы сегодня заработали ножик, мы сегодня заработали. Минилвер, $200. Это нож. Я $30 потратил, мы заработали $1500. Что это такое? Объясни, пожалуйста. Чувак, что это такое вообще? Ты это видишь? Еще коллаж. Ребят, я потратил, клянусь, $30. Мы заработали. Да, я ту эмку продал, это $90. 90 плюс 150, ну это 230, плюс 35, 250, $500, короче. Если у тебя другие скины, то это 500. $500. Боже, это такого не было. Все, кто открывает кейсы, ребят, звоните экстрасенсам, они помогают. Главное, чтобы Руфайер бы выиграл сейчас квалу. Все, мы смотрим за Руфайером, как он будет играть. Всем большое спасибо, это был Лаункер и я. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Спасибо большое всем за подписку и не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока. Ролик был очень классный, заслужит лайк. Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Never running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold up, beating the